Всем привет! Сегодня будем менять батарейку на Aqualung i300. Принцип такой же, как и в Suunto. Там сзади стоит вот такая вот крышечка. Ее нужно открыть. Открывается либо специальным ключом, либо разводным вот таким вот ключом. Вставляем и открываем. Ну, либо оригинальным. Отщелкнули, сняли колечко. Достали крышечку, сняли вот эту вот прокладочку, поменяли батарейку 24CR2450. Затем все поставили на место, оринки, естественно, меняются вместе с батарейкой. Но если у вас нету зипа, он идет в зипе, то можно просто смазать. Смазывается он, ну, желательно оригинальная какая-нибудь силиконовая смазка. Буквально на палец. Маленькую-маленькую капельку. Сильно жирно смазывать не надо. Протерли, чтобы просто оринг был со всех сторон немножко влажный. Не надо накладывать туда кучу слоев каких-то. Вот эту часть ответную и вот эту можно протереть специальной салфеточкой для очков. Представляете, наверное. Но у меня под рукой нету. Я обычной ХБшной тряпочкой протру. Можно ушной палочкой протереть, но смотрите, чтобы не оставались ворсинки и песчинки. Да ё-моё. Ставим оринг либо сюда, либо туда. Вставляем на место, нажимаем, придерживаем, ставим крышечку. Придерживаем и закрываем против часовой стрелки. Все, батарейка поменена.